неділі о 23.00. Дві години екстремальної християнської музики на хвилі 67.28 FM. Поруч зі мною, по ліву сторону та по праву сторону, сидять чарівні хлопці з чарівного гурту, який щойно звучав в ефірі Світлого Радіо Манил. Це гурт Holy Blood. По ліву сторону від мене сидить Моцарт Сергій Нагорний, який соло-гітарист гурту Holy Blood. Ідейний соло-гітарист. Поздоровайся, будь ласка. Да, привет, ребята, это Моцарт группы Holy Blood. Спасибо, что не спите и слушаете нас сейчас в эфире. Оставайтесь с нами, может быть, мы что-то здесь расскажем интересное. Расскажите, расскажите. А по праву сторону від мене сидить барабанщик гурту Holy Blood Димась. Доброй ночи всем. Новый день вы будете встречать вместе с нами. Так, куди вони подінуться? Отож, і сьогодні ми будемо розмовляти з ними про їх поїздку в Швейцарію. Це така головна тема нашої програми. Звичайно, ми будемо також торкатись дуже багато різних питань. Взагалі, я гадаю, що про християнську музику, про їх команду, про те, що буде вам цікаво. Отже, нагадаю, коли був цей фестиваль, про який ми вам розповідали. 21-23 квітня 2006 року в місті, скажи, які? Город Устер. Є такий небольшой городочок возле Цюриха. Скільки ви туди їхали? Маленький, уютненький. Їхали ми туди на автобусики, поэтому дорогу зайняло у нас больше 30 часов, то есть почти полтора суток ехали в этот городок. А якби там електричками якимось чи щось таке? Ой, даже трудно. Пытались что-то узнавать, как туда можно еще добраться, но настолько проблематично. Ну, в общем, проще было, конечно же, на автобусе, комфортно, и, в общем-то, да. Идеально для нас все-таки. И весело. И такой весело. Компании автобус полностью в нашем распоряжении. Мы себе там уютненько устроились и как бы с удовольствием наблюдали в окна. Як ландшафт меняется, да, від українського все, что до такого. До польського. От польського до німецького, німецького до швейцарського. О, і обратно. У мене аж в голові запаморочилось від такого переліку країн. Отож, Сергій, тобі, будь ласка, прохання, оголоси команди, які з вами грали на одній сцені. Або ви з ними грали. Весь список. На фестивалі було в общій сложності 11 команд. Перший день грали групи Brutal Martyrium. Це група із Швейцарії. Молодая, перспективная, поэтому они открывали фестиваль. За ними была норвежская группа Frostharder. Играют такой традиционный black metal со всеми вытекающими оттуда последствиями. За ними играли мы. Это первый день фестиваля. А мы кто? А мы и Holy Blood, да. Мы и Holy Blood, да. После нас был Rob Rock. Это хедлайнер первого дня, гость из США. Такая достаточно культовая личность на христианской метал-сцене, которая уже не первый, наверное, десяток лет бороздит просторы христианской сцены. Да-да. И завершала первый день команда Dividing Line. Это тоже из швейцарской команды. Играют готик рок, очень похоже на Север Машин. То есть там построен был фестиваль, что открывали и завершали концерт команды, которые менее как-то известны. Поскольку концерт заканчивался уже около часа ночи и даже позже, завершали его команды после хедлайнеров еще какие-то такие не очень популярные. Вот это, собственно, и была эта группа Dividing Line. Ну, ребята вполне достойно сыграли, мне понравилось. Да, да. То есть мы там наблюдали со сцены и очень были в восторге. То есть очень интересные, колоритные ребята с такими костюмами оригинальными. Да, весьма так готичные. У нас таких готов пока что не наблюдается. Да, да. И очень серьезно так. И на второй день фестиваля первыми играла группа Сабхена из Германии. Играют такой металкор в лучших традициях. Очень понравилась нам команда. А за ними Immortal Souls. Класика не... жанру, конечно. Да. Це навіть не варто представляти. Ми про цю команду так вже розповідали. Багато. Команда, яку ми много лет уже слушаем, і довелось з ними зіграти на одній сцені, услышать їх вживую, наконец-то. Це очень понравилось, конечно, впечатлила командочка. За ними вступала группа Once Dead, бывшая Vengeance Rising, такая старая команда из США. Очень интересная, там куча народу на сцене, тоже достаточно культовая банда. Скорее, даже культовые участники, наверное, тут переросли в новую банду. Такую. Да, так, да, есть... давай залишимо трошки на пізніше, просто зараз оголосимо список, а потім вже будемо там, коли такі моменти. Хорошо, ми зараз хорошо. Все розповімо, про що ми будемо балакати ладно, ще дві години. Так, все, розказую. І останні команди Mad Max виступали, Нарнія. І ще... Також не варто представляти. Да.
Inevitable End. По-моему, так звучит это. Вот, собственно, весь список команд. Вот такие список чемаленький. Да. Что самое примечательное, то есть все команды, как были заявлены в списке, все прибыли, все выступали, то есть не было никаких накладок. То есть организаторам отдельный респект. Точно, 100%. Может, и привет им передать, может, они у нас дослухают. Да. Организаторам передаем привет от группы Holy Blood. Спасибо, приглашайте еще. Нагадую, что у меня сидят в студии хлопцы с гурта Holy Blood, Моцарт и Димась. Так, барабанщик и соло-гитарист гурта Holy Blood, и мы с ними розмовляємо про їх поїздку в Швейцарію. Але розмовляти будемо трошки пізніше, адже до нас є слухач тоді. Алло. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Це Віталік. Віталік, добрий Маша, вечір. Привіт. Привіт, здорово. Віталік. Давно не виделись, як поживаєш. Ти в прямому ефірі, тому давай, будь ласка, до хлопців запитань. Могли б ви зараз вместе з Holy Blood петь что-то вживую? Вот, я знаю, Маша, у тебя очень классные вокальные и инструментальные способности. Розумієш, вся справа в тому, що співає у них Федір. А тут... ти підпівати будеш? Тут соло-гітарист і барабанщик, тому я... Ні, ну, Маша, я думаю, у тебе вийде. Ні, поза ефіром. Маша, іграй. Ні. Так, да. Разве ми тебе зря з братами на дні самоуправління тебе і других сестер в річку бросали? Так, добре, дуже вдячна тобі за дзвіночок, поясню. Ми з цим хлопцем були в дитячому таборі, тому там, да, співали і танцювали. Маша, якщо ти споєш пісню, ми тебе подаримо нашивку. Мені так і подаруйте, тому співати нічого не буду. Гаразд, повернемось до фестивалю Elements of Rock, який ви усі їздили в Швейцарію. Ми ж серйозні люди, дорослі. Ну, звісно. Тому будемо розмовляти на серйозні теми. Mm. Питання до, мабуть, до Сергія, так? Так. Це ідейно-християнський фестиваль або це такий собі? Так, ідейні не знайдеш. Ізначально фестиваль позиціонує себе як християнський, тому всі групи об'єднують не тільки стиль музики, а також ідеологічна приналежність. Всі групи христианские. Фестиваль христианский, и поэтому в программе было не только концерт, а еще было запланировано также служение, традиционное церковное собрание. Конференция с участниками, лидерами групп. Да. Это типа как такое было общение с лидерами групп. А вы там был очень? Был представитель, наш лидер, так сказать. Мы удачно рассматривали достопримечательности города. В этот момент. Но мы были на служении. Да. Побывали. Нас с утра разбудили. Мы вообще не очень-то планировали туда идти, если честно. Потому как концерт очень поздно закончился, и очень мы устали. Мы себе преспокойненько спали. Но с утра добрые люди пришли, разбудили и сказали, что пора бы идти на служение. И мы туда опоздали, наверное, минут на 15, и такое впечатление, что ждали только нас, потому что как мы пришли, только все и началось. А служение было какой мовы? Английского там? То есть у них там в Швейцарии как три языка, то есть там немецкий, английский. Служение шло по-английски, по-моему? Там в основном на немецком говорили, переводили также на английский, чтобы понимали. Да, то есть там был проектор, показывали текста песен как бы на экране, и там было, да, прославление. Прославление пели на английском. Да, вот, то есть, а слова дублировались и на английском, и на проекторе, и на немецком. А якою мовою взагалі спілкувалась з командами? Ви ж, мабуть, там. Ну, в основном, конечно, в основном на английском, потому что некоторые участники группы у нас знают английский. Но также у нас там была знакомая из Германии, которая знает немецкий, и с помощью ее мы общались и также на немецком с некоторыми командами или людьми. Тобто проблем не було спілкування, знайшли спільну мову. Да, да. При том, что мы потом даже научились как-то объясняться жестами всякие, решали вопросы, которые нас беспокоили. Не было такого какого-то барьера особенно. Не, конечно, хотелось очень общаться больше, но вот, конечно, это проблема с языками. Надо учить языки для таких поездок. Потарушувалось с кем-то из этих команд? Еще я перераховывал хвилин 10. Да. Больше всего нам удалось пообщаться с Нарнией, насколько я помню. Немного Роб-рок. То есть с такими ветеранами сцены. Да. И с этими всеми молодыми командами как-то не довелось. Особенно с Расхард мы немного тоже, мы вместе жили. Как и со всеми остальными молодыми командами, так как мы жили все в одном бомбоубежище. Ну, это отдельная длинная история. Это зря ты сказал. У нас была очень крутая гостиница, эти звездочные номера. Ниже уровня моря, правда. Ну, в общем, нам там было всем весело и... комфортно, никто никому не мешал. Да. Сколько у вас людей было в одной комнате, вы бы что-то ночевало? Ну, наверное, человек 30, наверное.
Але всі музиканти все такі бородаті, волосаті, з гітарами, з барабанами. Immortal Souls устроились напроти нас на коечках, там наблюдали со своих кроватей, как они там пытались разложиться на своих койках. В общем, весело. Это все, конечно, смотреть на группу с другой стороны. С ветеранами, так сказать, сцены. Да, не с той, с которой привык на них созерцать. Конечно, круто поворачивает это твое отношение к этим командам после знакомства уже как-то по-другому проще смотришь. Да, оказывается, все такие простые. Вокалист Нарнии очень простой товарищ, очень общительный, без всяких там понтов. С ним очень легко было общаться. Кстати, спрашивал насчет того, не можем ли мы организовать концерт для них, потому как они еще не выступали на территории России, Украины, поэтому их это очень интересует. Проявили сами, да, инициативу. Мы им сказали, что... Попробуем что-нибудь для них сделать. Да, где-нибудь в клубе Барвы, например. Это было бы дуже цікаво. А взагалі ось якось ці команди всі дивляться на те, що відбувається в Україні, тобто на християнську метал-рок-сцену. Вони взагалі не задавали на вам питання, хлопці, звідки ви приїхали? О, Україна? Ну так, да, Чорнобиль, там, матрешки. Не, на самом деле, я думаю, для многих было откровение, что есть такая страна, как Украина. Нет, я-то, конечно, не думаю, что такое уж откровение, потому как на этом ток-шоу интересовались, в общем-то, знали, кто мы такие, откуда мы приехали. Вообще было достаточно загадочно, что как бы со всего СНГ пригласили только нас, и как-то все-таки... Да, очень загадочно, потому как в СНГ очень много христианских метал-команд, и я вообще не понимаю, как так выбрали нас, это просто удивительно. А ну давай, будь ласка, перерахуй на пальцах ось. И всех, каких тебе є, всех метал-команды СНГ. Я могу назвать, что касается метал, именно металла, потому что на самом деле много в СНГ команд более новых течений. Те, кого я отношу к христианским метал-командам, это... Holy Blood. Как бы, да. Да? Да. Да, Holy, я забыл. Второе место. Temporary Suffering. Да. А це хіба метал? Вони ж такі дум експериментальні грають. Ну, що, сойдет. Це київська команда, так я просто на безрибі, так сказати, і рак риба. Шучу, очень подходят они под эту классификацию. Потом есть наши друзья из Кременчуга, Корам Део, играют традиционный heavy power metal. Ну, до речи, выступала не так давно, буквально кілька місяців. 26 декабря. Вот на той неделе почти. Это что касается Украины. Может быть, сейчас я кого-то и забыл. Какие-то были начинания, иногда появляются известия о каких-то группах, но что-то они то появляются, то исчезают, и иногда сложно их отнести все-таки к метал-течению, поэтому вот пока три. В России я затрудняюсь назвать конкретно металлические христианские команды. Есть такая группа Ecclesiast, но, насколько я понимаю, они больше себя относят к таким православным христианам, которые особенно не кричат о том, что они христиане, но, в принципе, тексты у них можно отнести к христианским. И играют они дум-метал. Мы, кстати, видели в Швейцарии на раскладках дисков их диск. Были очень удивлены, как он туда попал. Это, мабуть, кто-то как музейную реликвию привез. А еще про Евроклидон немного забыли. Ну, Евроклидон, он как бы уже... Студийный был. Я отношу команды, которые... Кстати, да, можно еще отнести Seven's Angel, есть такая группа. Ну, это студийный проект. Да. Ну, это те проекты, которые не пригласят. Я больше отношу группы, которые в полном составе активно выступают, гастролируют. Ну, Димас, давай ты по близкому зарубежью, чи по дальнему. СНГ, давай. СНГ. Я знаю, что ты знаешь много команд за СНГ. СНГ, да я, на самом деле, наверное, ни одной даже не знаю, по правде говоря. И когда я сказал, что пригласили только нас, имел в виду немного другое, что сейчас в Киеве, когда кому-то говоришь, что мы ездили, выступали в Швейцарии, все именно как бы прозревают, что там в Киеве много достойных, хороших, мирских металевых групп, которые как бы сидят в Киеве, по ближним каким-то городам выступают, их как бы никуда не приглашают. Вот тут Holy Blood поехали достаточно далеко в Европу, глубоко. Все такие в шоке сидят и некоторые не верят просто. Да, так я могу еще вспомнить командочку из Беларуси. Одну. Есть такая группа... Rise of. А, Rise of. Все, нет, тому же. Еще ты знаешь Тезаурус. Вот именно о ней я и хотел сказать. Да, играют heavy metal. Играли мы с ними на фестивале «Белые ночи». Да, и вот общаемся частенько с басистом по интернету. Хорошие ребята, много работают. Еще группа Rise of, конечно, стоит уделить внимание. Да, Rise of. Так как мы с ними... 13 числа мы с ними должны играть в Кишиневе. Мы передаем большой привет. Давно их не видели, и хочется, конечно, повидать.
поехать и поиграть с ними на одной сцене. Да. Да. І ви обіцяли щось цікаве розказати про команду Immortal Souls, яка щойно співала в ефірі Світлого Раді Манил. Да. Угу. Ну, на самом деле, мы просто хотели сказать, что эта песня была первой песней в их программе, что было очень приятно, потому что она когда-то выходила у нас на сборнике Total Armageddon. Это их известная очень песня, которую я лично слушал еще там 2 года назад, и очень было приятно услышать ее на концерте. Сразу так подорвало людей. Достойно ребята очень отыграли, и вообще, конечно, приятно было лицезреть такую группу. А поскольку я, может быть, кто знает, отношу эту группу к одной из любимейших из христианского металла. Очень давно их слушаю, люблю. Я даже выступал там в футболке Immortal Souls. Не побоялся. Конечно, с удовольствием послушал их. Единственные нюансы, конечно, ожидал увидеть нечто большее, но у ребят просто днем раньше был фестиваль в Финляндии, на который, собственно, нас тоже поначалу приглашали, но мы не смогли никак так организоваться, чтобы выступить в Финляндии 21 числа и 22 уже быть в Швейцарии. То есть нам это было очень сложно, поэтому мы выбрали лишь один фестиваль. А Immortal Souls выступали там, и поэтому они приехали на второй день в Швейцарию, и, видать, все-таки немножко подуставшие были, и это было видно. А что там за фестиваль был? Тоже христианский? Да, там тоже был христианский фестиваль. Затрудняюсь сейчас вспомнить название этого фестиваля. Ну, не треба. Вот. Мы ж сьогодні розмовляємо про вас, про вашу подорож, про ваш фестиваль. А хто вам взагалі ось найбільше сподобався з цих команд? The best of the best ось саме для вас. Є команди, які понравились просто в плані музики, а є команди, які понравились іменно уровень ігри. Наприклад, команди Роброк, Нарні. Немногие із нас полюбляють такий стиль, ну, це ко мені не відноситься. Я лично люблю абсолютно різні стилі. Так от, кожен з нас согласився, що, звісно, це уровень, і ці команди не просто так занимают первые позиции в христианском металле. Группа Нарния очень впечатлила их выступление. Показали класс просто. Роброк точно так же. Кстати, это интересный нюанс. Роброк в Америке, у него есть своя команда, которая выступает с ним. Но когда он приезжает с концертами в Европу, то он не везет всех участников, потому что это очень дорого. И ему подыгрывают музыканты Нарнии. То есть он все туры делает, поэтому они часто выступают на одной сцене. Нарния, Роброк. Ну, цікаво. Давай теперь дамо слово для Димасю. Значит, мне очень произвело хорошее впечатление группа Софена, которая играет металкор. Очень так хорошо ребята отыграли, и я такой полюбляю все-таки кор. Очень произвело хорошее впечатление Frostheart. Такой true black metal. Ребята привезли с собой установки, не знаю, как они правильно называются, то есть искусственный снег. Во время такого мясного выступления так сверху пошел такой настоящий снег, еще правильно подсвеченный. Это очень было эффектно, конечно. Нарния, Роброк, конечно же, уровень пока что недосягаемый, десятилетиями отыгранный. Скажу, что Роброк мне даже больше понравилось. Без клавишника вроде не играют, но очень так ребята все как один играют. А фотографии фоткалась с ними? Автографы у них набрали? Да, мы пофотографировались с ребятами. Обменялись, насколько могли, всякими футболками, дисками. Побрали автографы для наших друзей в Украине. Привезли хоть какое-то доказательство того, что мы там были. Еще такой смешной факт, что Нарния и Роброк, барабанщики, играли на моем малом барабане, который я чисто случайно решил таки взять с собой. И барабанщик меня дико благодарил. Я насобирал на малом барабане на пластике там кучу автографов. Роброк и Нарния там почти все. До речи, да. Есть все фотографии в интернете. Есть уже на сайте Холи Блачи? Да, сегодня на нашем сайте появились фотографии с концерта и также фотки просто прогулки, виды города. Да. Быть может, на днях еще появятся фотографии от нас с группами с этими. Да, мы практически с самыми такими интересными группами перефоткались все. Звичайно. А скажи голосно назву вашего сайта там по буковках для тех, кто еще этого не знает. Да, для тех, кто еще совершенно случайно не знает нашего сайта, купите, пожалуйста, нашу футболку. И там на спине большими, нет, маленькими буквочками. Оденьте ее, подойдите к зеркалу сзади. И прочтите www.holyblood.metal. А Holyblood так пишется? Holyblood одним словом пишется. А как оно по буковках? А это... Маша, мы тебе запишем отдельно. Я надеюсь, наши слушатели таких глупых вопросов не задают. Пафосных.
В общем, Холиблат одним словом пишется metal-forever.com. Заходите на наш сайт, пишите в гостевой, мы всегда отвечаем. Также есть контакты, аськи. Мы всегда открыты для общения. Можете с нами персонально пообщаться. З вами я, Марія, і також хлопці з гурту Холіблат. Це був Дімась. Це був Мотор. Так, ми сьогодні розмовляємо про їх команду і, в частності, про їх поїздку в Швейцарію, в місто Устер, на великий християнський фестиваль Elements of Rock. До речі, всіх вітаю. Сьогодні вже рівно 5 або 6 хвилин, як почався новий місяць. Вже весна. Весна в розгарі. Весна. Гей. Так, весна. До речі, весна. Чи знали вашу весну в Швейцарії? О, як її знали. Її знали по-разному. Конечно, коварні типи знали, що весну знають. Поэтому поставили ее в конце программы, чтобы немножко... Чтобы фанаты ее ждали. Ждали, ждали, да. И чтобы в конце концов они ее дождались. Но они не хотели долго ждать. Да, мы ее даже не репетировали на саундчеке, чтобы не подогревать зря фанатов. И уже после нескольких песен наших, у нас были достаточно длинные паузы между песнями, связанные с техническими всякими моментами, зал начал напевать весну, и мы просто были в шоке. Думаем, что же делать, играть или не играть. Пришлось быстренько начинать следующую песню, но зато зал был вознагражден за свое терпение тем, что услышал эту песню два раза. Нам пришлось в конце играть ее еще на бис. Вообще, как бы люди достаточно на редкость хорошо воспринимали наши песни, хотя мы играли и старую, и новую программу, но на уровне принимали и те, и другие песни, даже был слэм, очень было приятно. Скажу больше того, даже Immortal Souls далеко не так хорошо принимали, как нас, хотя это было удивительно на самом деле. Да, мы были вообще в шоке. То есть на самом деле, конечно же, старые песни с альбома «Волны танцуют» принимались намного теплее, и, то есть, как бы мы вообще были в шоке, когда зал постоянно подпевал, там подкрикивал, подпрыгивал там в такт песням. Это было, конечно, очень приятно. Такого приема слушателей мы еще, наверное, не видели никогда. А взагалі скільки людей було приблизно на фестивалі присутні? На фестивалі було около 1000 чоловік по приблизительним. Було інтересно, коли, допустим, ми гуляли по Устеру, і коли нас зустрічали якісь молодіж неформального виду, так: «О, Холіблат! Ла-ла-ла-ла-ла-ла!» Напевали, и наш волынщик ходил со своим инструментом, его заставляли играть эту мелодию, и вообще там были такие моменты, что там выходили просто на улицу, сидит молодежь с магнитофоном, играет Холіблат наш альбом. У нас также еще последний день, когда мы уезжали, уже практически сели в свой автобусик, и тут проходила толпа неформалов. Решили нам напоследок еще раз исполнить «Весну», помахали нам ручками. Мы уже, мабуть, ее выучили. Даже мы выучили уже весну за все это пребывание. До речи, вы обещали рассказать, открыть там какие-то секреты популярности. Популярности гурта Холіблат. Кто взагалі занимается просуванием вашей команды? Кто робит вашу команду знаменитым для всех? Давай, Сергей, мабуть, это питання больше до тебя, так? Ну, мабуть. Какой скромный молодой человек. Сергій, просимо. А ти будеш за Федора відповідати, так, Дімось? Добре? Да. Називайте мені Федор. Не буду кривить душой, конечно же, за все эти вопросы отвечают не все члены команды. Можно сказать, в большей степени работают 3 человека над этим. Это Федя, я и Леша, наш басист. И мы занимаемся тем, что популяризируем, но в какой-то степени. То есть на самом деле хочу сказать, что ничего особенного мы не делаем. Самое главное — это нам трудиться над музыкой, над песнями и делать доступными их слушателям. Все остальное уже приходит само. Я знаю, например, навіть я знаю багато команд, які там трудяться над піснями, грають, репетирують, дуже багато часу цьому віддають, але вони замкнені самі в собі і нікому не відомими. Коли ви почали своє існування, ось скільки там, 5 років пройшло, чи трошки може? Вже 7-й рік. 7-й. Ну, за 7 років досить такої вже досягли результату і досить відомими. Да, ну, результат, на самом деле, пішов зовсім недавно, относительно. Года 2, як тільки ми більш-менш стали вже популяризуватися по всьому світу. А що сталося з тим переломним моментом? Що ви почали робити і після чого сталося такими відомими? Всім відомо, як може бути група стати популярною. Це робиться... Нікого це не відомо, тому розповідай. Розказуй. Записуйте, пожалуйста. Є два варіанти. Ілі група настільки кльова, що більше їй робити нічого не треба, як її везде приглашають. Якби є якісний матеріал, то більше нічого не треба. Народ требує це, і організатори це знають, і тому... лакомый кусок для них. Или вариант с деньгами. То есть деньги на самом деле делают многое, и можно почти любую группу раскрутить
энным количеством денег. Денег мы не имеем, скажу сразу. Поэтому нам приходится быть крутыми музыкантами. Чтобы за нас все платили. У нас просто нет выбора. Просто нет. И что мы делаем? Мы просто играем нашу музыку. Видать, кому-то оно нравится. Раз его покупают, слушают и пишут нам письма. То, что мы сделали, это создали нашу страничку в интернете, чтобы мы были доступны по всему миру. Причому, здається, на двух мовах, так? На російську? Да, да, обязательно. На английском язык, русский, конечно, везде не знают. И все, как бы, создали и ждем. На самом деле, за страничку, конечно, респект Моцарту, потому что это все, как бы, его... Моя заслуга. Да, его заслуга. То есть, за что ему... Скромно, я не могу. Слава, конечно. Слава мне. Да. И на самом деле, все-таки рост группы пошел, конечно, сразу популярность, непопулярность, как правильно сказать. Началось именно, когда страничка Движуха появилась. Так. Да, то есть многие узнали, и многие туда пишут. Я думаю, мы бы никуда не поехали, если бы не было странички, не было имейл, которое там написано на страничке. Вот я рассказываю, как оно все было. То есть вот просто многие задают вопросы, как вы попали на тот фестиваль, как вас узнали там, ой, а как вас на тот сайт повесили, или туда, или сюда. Все, что мы сделали, это записали свои песни, создали сайт, повесили туда песенки, и все. Не, на самом деле, был такой момент, когда мы выпустили второй альбом, попересылали, насколько я помню, на разные лейблы. Нет-нет. Могу заблуждаться. Да-да-да, ты можешь заблуждаться. Чуть-чуть не так. Страничка была перед альбомом. Собственно, альбом наш издали за границей, только благодаря, опять же, тому, что у нас узнали по интернету. Вот мы просто создали сайт, просто туда повесили песни, и все. И к нам стали приходить письма. Кто-то как-то узнал, и пошла живая реклама, то есть люди передавали друг другу. Мы абсолютно не занимаемся своим промоушеном. Мы не пишем разным журналом, мы не пишем организаторам, мы не пишем лейблам, мы сами первого шага не делаем. Делают шаг навстречу нам. А мы уже рассматриваем все предложения и порой удивляемся, как оно вообще так получается, откуда о нас знают где-то в Индии, в Японии, в Австралии и вообще с каких только стран нам не писали. Вчера буквально пришло приглашение на фестиваль в Италию, но, скорее всего, у нас не получится туда поехать, так как мы там не очень договорились с организаторами, но просто само приглашение и то приятно, откуда там люди знают и уже даже что-то там планируют. Якийсь у вас там був такий обмін з бразильцями, там щось диски свої там міняли на їхні, там да, щось таке. Так, ми, вот... оказывается, страшно популярні в Бразилії. Це підтверджує море писем оттуда, і якщо заглянути в нашу гостєву книгу, там добра половина сообщений пишут всякие бразильцы и так далее, Латинская Америка. Кстати, на фестивале были тоже очень шокированы, когда к нам подбежал бразилец с бразильским журналом Extreme Brutal Death, в котором опубликовано наше интервью и фотографии. И постер самого Моцарта формата А4. Подбежал и попросил, чтобы мы сфотографировались с этим журналом для следующего номера. Ну, мы, конечно же... Отказались? Нет, мы, конечно же, сфотографировались. Мы даже потом с этим бразильцем играли в одной команде в футбол. Причем продули 2-0, ну, неважно. В общем, очень весело это все. Если у вас выникло какие-то питания до хлопцев, будь ласка, користуйтесь этой нагодой. Так, телефонуйте до нас. Нам тут скучно. Что? Кому тут скучно? В следующий раз мы тут еще не скоро появимся. Пользуйтесь случаем, задавайте коварные, каверзные вопросы, которые вас мучают и не дают заснуть ночами. Все чули? Вымогаю, чтобы они слухали экстрим. Только сегодня всю правду. Только сегодня, только сейчас. Нас еще дешевле. Special for Extreme. Так. Сьогодні до першої години ночі, тільки сьогодні, ви можете поспілкуватися з Моцартом та з Дімасем. Ексклюзив. Нагадую, частина гурту Holy Blood, соло-гітаріст та барабанщик. Отже, можете питати в них все, що хочете, вони вам розкажуть тільки правду і саму тільки правду. Є людина, яка скористалась нагодою поставити хлопцям якісь каверзні запитання. Отож, зараз... Тоже это. Хто ж ця людина? Алло. Алло, да, надо послушать, кто же это. Добрый вечер, меня зовут Димас, и вопрос первый, почему вы пригласили в студию мою иллюзию, а не меня? Блин, ну ты попалил всю контору. Меня зовут Джин, приятно познакомиться. Палево. Не, на самом деле вопрос трудный и легкий. Третий альбом. Давай первый сначала. Что? Задавай сначала первый вопрос. Первый? Интеграл X под X. По-моему, бесконечность равно. Дальше. Дальше, второе, значит. Не прошли на пересдачу. Хорошо. Я же задал вопрос. Ну, он легкий и тяжелый. Ну, давай еще раз. Это реально или да?
Ой, еще раз, можно? Этот вопрос мы уже выслушиваем на протяжении нескольких лет. Третий альбом. Короче, это более чем реально, но о сроках говорить мы пока... Да, рождаются все новые и новые идеи по поводу третьего альбома, поэтому сроки все переносятся и переносятся. Реально ты его, конечно же, услышишь, но я думаю, минимум месяц в трое придется подождать. Да, и может быть немножко радостная весть относительно этих технических подробностей альбома. Такой секрет, первая песня уже практически готова, то есть почти сведена, да. Никто так что не слышал. Осталось еще как минимум 6. 6? 7, да. 7 писаний на альбом? Да, да, это будет мини-альбом, но потом мы еще будем снимать клип, чтобы тоже на этот альбом поместить, поэтому не знаем, сколько это еще времени займет. Но мы очень стараемся побыстрее это сделать. Очень надеемся, что в ближайшие месяц-два мы закончим работу. До речі, питання, у вас трошки обновився склад гурту, так, ось за останній час. Хто до вас прийшов, хто там змінився, одна людина пішла, інша з'явилась. Я очень помінявся за останнє время. Ні, Димась, ти залишився таким же, як і був раніше. Ну, що значить, я относительно помінявся. Остання заміна, це була клавішниця Вера, ми змінили клавішника Влада, але це ще було посреди літа, тобто почти год назад уже. Ну, може, хтось не чув. Да, может, кто-то не в курсе дела. Последний наш, ну, появился новый участник в команде. Наше. Славик, наша, так сказать, изюминка. А чем он такие знаменатый? Славик играет у нас на этнических инструментах, на всяких там дудочках и на его пушистой волынке. В украинском аналоге наших собратьев. Кстати, очень прикольный факт, когда мы возвращались домой, мы из Швейцарии заехали в Цюрих. Там у них как раз был какой-то карнавал, проходил по улицам города. Куча народу в разных костюмах народных. И смотрим, значит, идет толпа волынщиков. В народных костюмах. В народных костюмах. С пушистыми волынками. Нет, не с пушистыми. Они все шотландскими, в шотландских костюмах. Наш Славик, как увидел, просто прилип к стеклу автобуса и закричал, чтобы мы останавливались поскорее. В конвульсиях таких уже. Короче, пришлось идти ему на поводу, тормозить где-то там на ближайшей парковке. Он схватил свою волынку, и мы погнались в сторону, где видели этих волынщиков. Ты где-то там, подойдя на расстояние 20 метров к ним, он начал играть на волынке, те заметили, такие помахали ручкой. Потом подошли вплотную к ним, и они там исполнили для нас, может быть, какую-то композицию в 10 волынок в унисон. Это, конечно, было очень эффектно посреди улицы. Славик, конечно, тоже был очень счастлив, сфотографировался с ними. Ну, с ними сыграть почему-то не решился. Дивно-дивно, чомусь не решився. Гаразд, і трошки, може, давайте почнемо розмовляти про ваші найближчі плани. Ще одного учасника. Какого учасника? Баяніст. Гармоніст. Или от ложечник хороший. Да нет, нам пока вполне хватает. Итак, состав 6 человек, это очень проблематичное такое количество. А стиль будете менять, трошки изменивать? Конечно, будем. Мы всегда движемся, постоянно что-то меняем. Наша новая программа, она уже в полной мере отвечает, наверное, стилю, который мы сейчас подписываем, фолк-метал. То есть там уже меньше элементов блэка, как в предыдущих темах. И даже какие-то new такие вкрапления. Но их совсем мало, и поэтому... Да. Не, ну мы прогрессируем, в общем-то, в любом случае. То есть нам очень нравится новый материал, надеюсь, что его оценят и другие. Что касается еще наших дальнейших планов. Там на фестивале в Швейцарии мы были очень удивлены, когда... Приятно удивлены. На столиках, где лежали всякие флаера, бумажечки. Мы подобрали одну бумажечку с надписью Cross Music Metal Fest 2006, на котором заметили название нашей группы. Конечно, смеялись долго, поскольку никаких переговоров с этими организаторами мы не вели. А оказалось уже в списке команд. А этот список оказался как бы предварительный, еще не окончательный, то бишь с которыми организаторы еще ведут переговоры. Тобто организаторы вы такие зловили, да? Там? Организатор как раз был на месте, он из Германии. И мы с ними пообщались и он окончательно дали добро, то что мы примем участие в фестивале, который будет 6-7 октября 2006 года в Германии. Ему, конечно, пришлось долго нас уговаривать, но мы в конечном итоге просто... Як же Швин, что он так и сказал, что вы погодились? А он на немецком говорил, я вообще ничего не понял. Кстати, на фестивале будут, опять же... Immortal Souls. Immortal Souls. То есть эти команды, с которыми мы уже успели выступить на сцене, Mad Max. Mad Max. Остальные, конечно, для нас еще остаются загадкой, но ничего, познакомимся, послушаем. Группы приглашены, опять же, со Штатов, с Финляндии, Швеции и много местных команд. Это тоже двухдневный, да, фестиваль? Да, двухдневный фестиваль. Так что езжайте в Германию. Да, приезжайте, с удовольствием послушайте нас. Так как в Украине
Украине у нас пока что ближайших планов концертов нету, да. Так что можете найти нас где-то там. А еще у нас 13 числа концерт в Молдове, да, в Кишиневе, так что... Группа Race Off. Нашими хорошими друзями, которым ми второй раз сьогодні передаємо привіт. Ще будемо їм передавати привіт, але трошки пізніше, буквально через кілька хвилин. Дзвоніть, з удовольствием вас послухаємо, з удовольствием вам відповімо. Почув, що цю композицію людина, що сидить зараз поряд зі мною, а саме соло-гітарист гурту Holy Blood Сергій Моцарт, він сказав, так, слышу знайомий голосочок. Сергій, об'яви, будь ласка, хто це зараз співає в ефірі Світлого Радіо Манил? Група Frostheart, Норвегія. Такий безкомпромісний блек метал. С родины, собственно, блэк-метала. Очень колоритные ребята, жили там с нами прямо... В нашем чудо-бункере. Сейчас мы с ними немного переписываемся. Они вообще подружились очень с нашим басистом Лексом, чем-то он ему очень понравился. Они подарили им футболку, подарили наклейки свои там. Что-то, ну... с какими очима Димасу подарили футболку, подарили наклейку. А у меня есть наклейка, мне подарили тоже. Злой завистник такой. До речи, про подаруночки. Мы ось обещали одни людині, яку звуть Олег. Він навіть надіслав нам не одну, а цілих дві смски за номером 106-33. З проханнячком та з питаннячком. Проханнячка було передати, по-перше, привіт всім, хто його знає. Ні, це, мабуть, по-друге. А по-перше, був привіт гурту Holy Blood. Він просто знав, що ви сьогодні будете тут в ефірі, тому він там вам передавав привіт. Він зараз не в Києві, тому він спілкується з нами допомогою смсок за номером 106-33. Ми йому колись обіцяли, що Дімась привезе йому палички зі Швейцарії. Він сказав, що він забрех навіть в такому убитому вигляді, але щоб їздили в Швейцарію. Пропітаний воздухом Швейцарії. Да. Ні, ну мені, звісно ж, не жалко. Тобто я, звісно ж, їх подарю. Мені просто не хочеться розстраювати його внешнім видом цих паличок, так як я їм і репетирував в течение, мабуть, полугода. Вони мені лежали як запасні. На одної такої стратегічної запаси ізоленти, вторая теж якась треснута, яка там гнеться во всі сторони. Ну все ж. Ну все, як ми розповідали з Броски, так? Можна, звісно ж, там в музеї барабанного іскусства виложити. Ну, звісно ж, подарим, то есть не жалко, просто как подарок они странно так выглядят. Ну, достаточно. Мы, может, еще ему нашивочку подарим, потому что это реально людина, которая за вас дуже переживала, как вы там поедете, как вы приедете, тобто ваш фанат. Тому... А одну палочку, кстати, все-таки удалось одному швейцарскому поклоннику выпросить после выступления. Димася отпирался, но все-таки... Да, со слезами на глазах просто осталось. Пришлось ему распрощаться с одной из палочек. И потом фанаты подходили, мы еще расписывались на... Ну, я, по крайней мере, точно. Обрисовали еще ее с ног до головы. В общем, палочка теперь абсолютно не рабочая. Да, и по поводу автографов, там отдельные истории, там расписывались где только могли. Да. Куча народу подходила, на дисках расписывались, там покупали много дисков наших. Одному бедному парнишке все шорты изрисовали. Да, не знаю, как он их теперь стирать собирается. Но он их не будет стирать, да, сразу вам скажу. А одному автографы оставили на спине рубашки. Да, черным маркером на черной футболке. У кого рука поднялась таки зробити? У всех. У всех, и даже не дрогнула рука. А взагалі, от ви з жаром таким розповідаєте про цей фестиваль, вас також в інших містах точно так же приймають? Розкажіть, може, про якісь інші... Во всех городах Швейцарії нас приймають одинаково. А не в Швейцарії. От, може, якісь фести, там, де ви були ось останні там, місяць, два, три, там, шість. Розкажіть, куди ви їздили, якісь там враження, може, такі найяскравіше? На самом деле, не очень-то ми їздили последнє время. Все, сидим в Києві, да, иногда. Последний, по-моему, концерт перед Швейцарией, это был в Севастополе. Тоже неплохой концерт, тоже неплохо принимали, но в Швейцарии лучше. Да. И, кстати, насколько я понял, там люди не разочаровались, организаторы в том числе, и, по-моему, пригласили нас на следующий фестиваль через год снова туда, так что... Будем очень рады опять посетить знакомые для нас уже места. Да, а так в Киеве было до этого два концерта, вот за последние, там, грубо говоря, полгода. Это в клубе Торбо, и перед Новым годом была акция, посвящена открытию молодежного неформального служения, там, где молодежным пастором является Федор, наш вокалист и лидер группы. Собственно, прием, конечно, не такой. И вообще, как бы, как ни парадоксально, в Украине нас, наверное, не столько любят, сколько за границей. Так что уедем мы от вас, если не будете. И вот мы с Моцартом смотрим, нам никто не звонит даже. То есть это мы уже идем покупать билеты. Чемоданы уже собраны, так что сейчас... О, кто же телефонует? Так. Так что вот так вот. У нас есть какие-то планы уже на заграничные высоты. Опять же, осенью в Финляндию. А в Украине мы никому не нужны. Да. Пока нет у нас никакой даты. И, до речи, слава богу, у нас есть слухач. Тому... Мы кому-то нужны. Ура! Так. Алло. Алло, добрый вечер, ребята. Добрый вечер. Будьте благословенны. Спасибо.
Это Руслан вас послушает. Где можно вас послушать живую и на полную оторваться? На полную оторваться и послушать живую? Зараз вони розкажуть нам про це. Дуже дячним за дзвіночок. Пока что в ближайших планах, к сожалению, в Киеве ничего не намечается. Ну, может быть, в ближайшее время что-то изменится. Мы, конечно, хотим тоже здесь выступить. Да, имеется в виду концерт, где можно нас услышать вживую и оторваться по полной. Но вся информация появляется на нашем сайте, так что если у вас есть доступ к интернету, вы можете смотреть и как бы не пропустите. Так, на их сайте також мы будем обов'язково рассказывать про эту информацию в программе Extreme. Всматривайтесь в афиши на столбах, быть может, вы заметите там знакомый логотипчик. Логотипчик. Так, і логотипчик. Я вважаю, що вже в нас залишилось 10 хвилиночок, отож вже можна трошки переходити до вітань, привітів, може якихось теплих слів комусь особисто. Хлопці, у вас така є нагода, то вже можете зараз згадати всіх, кого ви хочете згадати та щось їм чарівне побажати. Передаємо, звісно ж, привіт всім остальним учасникам групи Холіблад. Перерахуй їх, будь ласка, всіх. Ну, чим займається? Федор, лідер, Славік, наш волинщик, Лекс, бас-гітарист, Влад, клавишник. А, вроде все, да? Моцарту можешь передать. Ну, да, Мозе. Отдельный привет. Они, конечно же, нас сейчас не слушают, но мы все равно передадим им привет. То есть они бы наверняка тоже что-нибудь могли интересное рассказать. Ну... Но не расскажут. Да, к сожалению. Передаем привет нашим друзьям, конечно же, группе Temporary Suffering. Ждем их концертов, ждем их альбома, демки хотя бы. Моцарт. Может, нас еще слушает группа Оппозиционеров. Да. Передаем им наши привет. Наши хорошие друзья группа Оппозиция. Мы, между прочим, всю дорогу в Швейцарии слушали песни Оппозиции. Для них это будет сюрпризом, но так оно и было. Райзов, третий привет сегодня, конечно же, контрольный. Увидимся через две недели. Да, через две недели будет приятно их видеть. Мози, помогай. Всем друзьям, родственникам, бабушке, дедушке. Всем, кто слушает, кто дотерпел до часу ночи, чтобы слушать нашу болтовню. Особенный привет тем, кто звонили нам. Этим двум или трем героям, которые осмелились и не побоялись. И так уж всем, кто не насмелился набрати цей номер, але дуже хотів вам щось сказати. І хто хотів прислати смски, но пожалів 3 гривни. Так, хлопці, може побажання якесь вашим друзям чи вашим фанатам? Може якесь відповідь на питання, які вам найчастіше ставлять ваші фанати? Давайте ж останні на сьогодні слова. Я маю надію, що це не останні взагалі, але ось на сьогодні. Фанатам, конечно же, не забывать нас, ждать третьего альбома, еще подождать немножко, скоро выйдет, ждать четвертого альбома, вот, который, в принципе, в наших планах записать как можно быстрее, и то есть это будет вообще, конечно же, должна быть бомба просто. Ждем вас всех на наших концертах. Да. Которых пока что не намечается. Но если наметятся, обязательно ждем. Вот, благодарны нашим слушателям, конечно же. Я от себя хочу всем пожелать спокойной ночи, поздравить с праздничками всеми. А, да, кстати, хорошо вам отпраздновать майские праздники. 1-9 мая, кто там? Может, куча выходных, шашлычки, все такое. Мы сами планируем завтра как-нибудь отпраздновать это дело. Ну, конечно же, нас приеднаться, так? Прошедшей Пасхой, конечно же, мы как-то сегодня этот вопрос не затронули. Но... Нам, к сожалению, не удалось отпраздновать Пасху, так как в Швейцарии ее празднуют то ли на неделю раньше, то ли еще как-то. И... В общем, мы разминулись с Пасхой. Пасхального настроения у нас в этом году не случилось. І я зі свого боку хочу побажати дійсно творчих успіхів гурту Холіблад, творчого натхнення, і щоб дійсно Господь був з вами, і щоб він вас проводив, може, через якісь труднощі і щось вам допомагав. І щоб виконував бажання ваших сердець, щоб ви, якщо мали якісь потреби, то знаходили відповіді на це тільки в ньому. І щоб взагалі навіть не переймались за те, що там кудись вас запросять чи не запросять, а просто мали надію на те, що все буде добре. Адже ми всі знаходимося в руках Бога, так? Да, конечно же, это именно так. То спасибо Богу. То, что происходит хорошее с группой, это, конечно же, заслуга его. Столько чудес, столько трудностей, которые мы преодолевали с легкостью. Это все просто чудеса. Да. Слава Богу за это все. В поездке была масса таких приятных сюрпризов именно от Бога. Должно было быть неприятности, но которые оборачивались для нас просто, ну, просто чудесами, конечно же. И я хочу, конечно же, поблагодарить чудесное радио Эммануил, которое пригласило нас сюда, чудесных ведущих, которые тоже нас терпели. Со
составили нам компанию. Да. Помогали нам вести эту передачу. Чуй, Жека, чому їм заставили компанию? Ми вам вдячні також за те, що ви знайшли вільні 2 години часу, виділили і прийшли до нас. Я бажаю нам ще всім почути ще не раз в ефірі Світлого Радіо Еммануїл, почутись на ваших концертах. А ми думаємо, в наступному воскресенье теж к вам прийти. Приходьте, приходьте. Мабуть, на сьогодні все. З вами були хлопці з гурту Holy Blood, Дімось, барабанщик та... І я. Моцарт. Просто я. Сергій, так, просто він. Просто він. Пишіть письма, дзвоніть. Чарівний Моцарт з гурту Holy Blood. Так, і ведуча Марія. Отож... У, Марія! Всім до побачення, спокійної ночі, солодких снів. Пока. Всього найкращого і Господніх благословень на наступний тиждень. Слушайте Світле Радіо Еммануїл. Амен.